Машины машинки. Привет, ребята! С вами канал Машины машинки. И сегодня наша Анжела снова бежит за воришкой. Узнали Анжелу? Смотрите, какая она симпатяшка. Ой-ой-ой, осторожно, Анжела, мы тебя спасем. А ты беги дальше за вором. Собирай все золото, которое встречается у тебя на пути. Не пропусти ни одного слитка, ведь нам еще строить твой дом. А где же воришка? Ребята, вы видите воришку? Где он? Напишите нам в комментариях, если кто-то знает, где же воришка. Анжела его поймает и накажет. Осторожно, осторожно, Анжела. Она ударилась об стол, но бежит дальше. Ух ты! Вперед, вперед! Мы попали в какой-то туннель. Вау, это же неоновый город Анжелы! Смотрите, как здесь красиво! А вот и воришка! Он оставил нам сейф, а сам убежал. Ну-ка, лови его, Анжела, скорее, скорее! Беги, а то он убежит от тебя. Воришка бегает быстрее, чем наша Анжела. Осторожно, котенок Анжела. Вперед, вперед, беги на поиски приключений. Анжела одела шлем и тут же его потеряла. Ну ты даешь, Анжела. Какой заснеженный город. Наступила зима в городке Анжелы. Интересно, это Лондон или Париж? А может быть Москва? Анжела бежит дальше. Вперед, вперед! Мы взяли самолетик. Ух ты, смотрите, Анжела теперь летит. Вжжж, как интересно, она летит. Собирает по 2 слитка золота. Анжела, а тебе оттуда видно воришку? Может, он где-то спрятался? А, вот он, смотрите, у него новогодняя шапочка. У него новогодняя шапочка, мешок Деда Мороза. Значит, он и Деда Мороза ограбил? Злой воришка, нам нужно обязательно его поймать. Вперед, Анжела, беги, лови вора. Ребята, воришка ограбил Анжелу, Тома, Джинджера и Бена. Он всех наших друзей ограбил. Собрал все золото и убежал. Теперь Анжела с магнитом бежит за воришкой. Ура, ура, у нас магнит. Все золото само к нам летит. Осторожней, Анжела, здесь столько много машинок. Автобусы и всякие преграды тебе на пути. Наверное, воришка специально выбрал такую сложную трассу, чтобы запутать тебя. Но Анжела очень отлично справляется. Она так быстро бежит. Ой, осторожно, Анжела, мы тебя спасем, не переживай. Беги дальше. Интересно, Анжеле не тяжело столько слитков золота нести? Она же много их уже собрала. Ребята, как вы думаете, тяжело Анжеле или легко? Напишите в комментариях. А вот и воришка, он опять убежал от нас. Как он так убегает? А мы попали в пещеру и в какой-то зеленой трассе. Смотрите, как здесь красиво. Все зеленое и снега нет. Анжела, осторожно! Ты пропустила шлем! Ну как ты пропустила шлем? Почему ты его не взяла? Супер! Анжела бежит вперед на поиски приключений! Интересно, а что сейчас делает воришка? Он, наверное, где-то затаился и сидит. Смотрите, а мы собираем по 2 слитка золота. А теперь мы выбежали на снежную трассу. Я вижу воришку. Уже не вижу. Где он? И на нас катятся снежные комы. Это воришка подружился со злыми снеговиками.
Ребята, а вам понравилась эта серия? Подписывайтесь на канал. Ой, Анжела, осторожно, осторожно! Стукнулась. Подписывайся на канал.